10 лет назад я стал строить дачу. Построили мы дачу, значит, ну и такой маленький уютный сортирный домик поставили. И поскольку гостей к нам приезжало много, то этот домик заполнялся достаточно быстро. Солить? Ну, сортирный домик. Туалет, то есть? Ну, туалет, да. И вот, значит, по-французски. Да, и мы пригласили человека, ассенизатора, который бы все это дело, значит, осушил и привел в порядочный, значит, приемлемый вид. Приезжает машина. Ничего, что я ем? Не-не, ничего. Мне же рассказывай. Кушай, кушай. Хорошо. И вот, значит, приезжает машина, выходит мужик. Ну, ощущение, что такой фрачный герой, знаешь. Белые перчатки, черный смокинг. Не вру, пока не вру. Он говорит, ну, показывайте, где у вас это всю жизнь происходит. Я вот так подвожу к этому домику, говорю, вот здесь. Он говорит, так. Заходит вовнутрь. Да ты слушай, Сера. Значит, заходит вовнутрь, открывает эту дверцу. Смотрит вниз долго так. Скалчок. Да, смотрит и говорит. Да. Густо намешано. Но будем брать. Будем брать. Подъезжает эта машина, вставляется шланг там. Все это, значит, отсасывается, все идеальная чистота. Наелся, напился. Да, слушай, а он, главное, действительно, очень хорошо одетый человек в этих перчатках, все такое прочее. И мне так странно стало. Я говорю, вы мне, ради бога, извините, может, мы посидим там с вами, выпьем, поговорим. Он говорит, конечно, с удовольствием. С удовольствием. Человек, всегда с удовольствием поговорим. Мы с ним садимся за стол, выпили там бутылочку. Я говорю, а почему такая странная работа? У нас это наследственное, понимаете? У меня... Дедушка у меня ассенизатор был. Ну, отец, естественно, сказать, тоже ассенизатор. Потом папа мне передал, значит, это дело. Вот. Я сейчас вот тружусь на этой ниве. Передал. Да, на этой ниве тружусь. Я говорю, а у вас дети-то есть? Он говорит, есть, конечно. Пацан 17 лет. Я говорю, ну и что, тоже будет этим? Он говорит, конечно, но я пока его... Да дело не допускаю. Да, нет, он сказал, к самостоятельной работе я его пока не допускаю. Я говорю, почему? Горяч. Что там? Горяч. Боится, что головы дырять будет.